сегодня будем делать блюдо из пасты. Значит, пасту мы используем такой вот. Хотя в данном случае можно и принципиально. Кроме вермишели, все что угодно. А что нам нужно будет? Нам нужно будет для нашего блюда курица. Мы порезали такую грудку, такими кусочками небольшими. Грибы, шампиньоны. Нам нужен будет томат. Мы вытащили все семена, то есть оставили только мякоть. Нам нужен будет, то есть у нас один помидор, большой достаточно. Луковица одна. Перец зеленый, красный. Здесь у нас половинка красного небольшого и один маленький зеленый. И нужен будет чеснок, петрушка, томатный соус, красный перец сладкий, паприка и черный перец. Значит, для начала что мы сделаем? Для начала мы нагреем сковородку, нальем там масло, нагреем все это и начнем обжаривать грибы. Когда у нас грибы будут более-менее готовы, то мы добавим туда курицу и продолжим. Так, грибы мы обжарили, теперь мы сюда кладем курицу. Пока что мы ничего не солим, как вы видите, да? И, значит, сейчас мы то же самое сделаем с курицей. Обжарим, но курицу мы обжарим просто так, сверху чуть-чуть. Она поменяла цвет и все. То есть буквально где-то, ну, минут 5 как максимум. Может, здесь вы мне постоянно мешать и обжаривать. Так, курица у нас немножко обжарилась, и мы сейчас сюда добавим лук. Добавим лук, и уже еще минуты две поделаем это уже все вместе. Сейчас перемешаем. И уже поделаем все вместе. Но две минутки, потом мы будем еще добавлять вещи. Так, лук у нас немножко сделался. Значит, я добавим сюда чеснок. Потом мы добавим сюда черный перец. Черный перец добавим на кончике чайной ложки. Вот так где-то примерно. Так, и добавим сюда паприку. Паприку уже добавим в чайную ложку сверху. Сейчас мы это все размешаем. Температуру, чтобы у нас паприка не начала гореть. Так, и теперь мы добавляем сюда помидоры. И перец красный и зеленый. Так, сейчас мы это перемешаем. Добавим сюда. У нас здесь банка 300 грамм, мы добавим где-то 150, половину того, что здесь есть. Это у нас получилось 4 столовые ложки. Не забудем посолить. И будем все это тушить вместе. Добавим чуть водички, капельку совсем. Потому что потом вот будем добавлять, если нам понадобится, вот будем добавлять из подварки макарон. Значит, сейчас мы это посолим. И будем тушить уже все вместе. Овощи и мясо. И грибы. Так, ну мы сюда долили, как видите, где-то полстакана воды. И будем делать, там вода выпарится постепенно. Но надо смотреть, чтобы было немножко все-таки жидкости. И теперь будем делать, когда у нас овощи уже будут готовы. Так, паста у нас готова. Это у нас тоже готово. Теперь последний момент мы все смешиваем. Все смешиваем, уже доделаем еще. Ну, паста у нас не совсем готова, скажем так. Она почти готова. Потому что доделаем ее совсем здесь. Так. Так, какие длинные штуки. Петрушечки. Все это перемешиваем и уже доделаем пасту до того момента, как нам она нравится. Если кому-то нравится меньше сделанное, значит просто перемешайте, разогрейте и все. Если вам нравится больше сделанное, значит, в общем, там посмотрите сами. Значит, мы сейчас будем ее перемешать и доделать.
паста сейчас у нас начнет вытягивать всю влагу. Значит, мы время от времени посмотрим, как. Если будет очень сухой, будем добавлять воды из подварки пасты. Потому что самое интересное, что она, в общем-то, это тесто, которое варится в воде, но вода получается очень вкусная. Дает очень хороший вкус. Так, паста у нас готова, все остальное тоже готово. Сейчас мы это раскладываем на тарелке, будем есть. Я напоминаю, наше сегодняшнее блюдо это паста с курицей, шампиньонами и овощами. Всем приятного аппетита и пока. Приятного аппетита, пока.